Словакия против России, ДФС против Радикса. Радикс у нас вот под вот этим ником играет, не буду его произносить, поскольку мне оно даже не интересно, зачем я на него только внимание обращаю. Ну да ладно. В общем, знаете, зеленый игрок-то у нас Радикс. Сверху играет ДФС. За своего любимчика Нюка. Снова Нюк, снова Токс. На карте Лагуна. Первая карта из Мапула в 10-й лиге. Тот, кто проигрывает данную игру, выбирает карту, на какой карте играть в следующей игре. Играем строка 3 боя, так что счет по любасу 2-1 будет в чью-то пользу. Или 3-0, да. Еще забыл о существовании такого счета. Так, 2-2-2. Два суплая строит. Заводик. И по центру также разбегается. Ну, здесь, конечно, не жилец этот красногвардеец. Ну, тем более так, на норку попался. Домик, да, его защищал, значит, некоторое время. Кстати, заметил, что здесь не полностью ХП. Маленько раненый домик здесь. Вторую норку не достраивает. А, вы посмотрите, не хочет достроить. Ну почему? Мисклик какой-то случился. 1500 по ресурсам. И почти, да, уже, даже уже почти точно 1000. Убегает красногвардеец. Решил домики зачистить, но здесь, в принципе, домики чистить не пришлось, да? Или что, на захват хочет выйти? Пока не видим захват. Два дозера сюда прячет, здесь в домик зашел. БМ разъезжается. Смотрите, где норку готовит Радикс. Ох ты, палил. Готов? Готов захват, да. Немного от обороны играет Радикс. Даже не то, что немного, а явно от обороны, но и старается норками вперед лезть. Вот так вот просто и со вкусом. Все, сразу отменять, чтобы финансы были. Потому что вряд ли сможет там уже норка построиться. Не уверен я, что там может норка еще достроиться. Захватил. Не стоит ДФС на месте этим танком. Смотрите, дальше лезет. Что творит Радикс? Просто каркас над танком. Это что за трюки такие, а? Типа, а, ладно, я вышку захватил, на тебе. На тебе эту 1000. И постарался здесь тоже норочку загородить. Но нет, заезжает. Заезжает на экономику. Наконец-то видим завод. Первый завод у Радикса. На 4-й минуты игры. Да, считай, 4 минуты игры было. Отменяй, Радикс, отмени. Здесь высаживать надо. Хотя уже никуда не уйдет. Так, проглядел, отменил, не отменил. Был ли там выстрел сделан или нет. И троица идет наверх. Так, ДФС уже готова. Лосиха захватывает вышечку. Так, спокойненько, все, отхватил. Все, зажигаем драконом. Зажигаем. Уходит, фух, почти. Почти было бы. На пожертвование можно будет пойти. Нет, не хочет это делать, да? Он подпалил центр. А че лотосом-то? Зачем лотос-то наверх? Эй, зачем там лотос? Вниз ее давай. Вперед. А зачем, когда можно? Ну. Во-во-во, все, передумал. Вот этим утовером точно надо было сюда ехать. Заранее. А, БМ туда едет. Разведывать, что там вообще творится.
Ну, думаю, два ракетчика победят. И Рабик сможет все-таки достроить. 86%. Ну-ка, 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 ну-ка. Не успел, не успел отвести. Дворец готовится. Какая оборона. Ну, успеет, не успеет. Успеет. Высадит сразу все войска. Нет, тогда смысл было достраивать. А смысл было достраивать, не знаю. Так, у ДФС на данный момент 4-5 тысяч. 5 тысяч. Еще снизу вышечку, смотрите, как захват. Сколько ракетчиков? Бей, бей, бей ее. Мочи, мочи эту козу. Всем исчезло. Ну вот это толпень. Еще будет... Да, просто минус лайк. По бочке стрельни одним ракетчиком. Одним ракетчиком просто по бочке стрельни. Быстрее намного будет. Нет, не хочется этого делать. Ну, 100 бочки остались. Вдруг там ДФС проедет рядышком. И взорвется. 3900 у ДФС, 600 очка у Радикса. Готовит бас, Джармен Кэл. Ни технички, ни клада еще ни разу не видели. Только одни РПГ. И сразу же бас. Одни РПГ, ну и... Ревель был захвачен. Захвачена же была. Ох ты, а можно и дозера было бы. Неплохо бы и дозером было отминусовать, но нет, так нет. Так, альбиносец стал из этой ИЦМ-ки. О, вот эта пушечка, конечно, хорошая, но она сейчас будет отминусована. Спокойно отминусована. Втуляется, втуляется по Хеликсу. Ок, ок, отлетает. Да, Радикс пока... Сколько он все раз проиграл? Три раза проиграл вообще за всю лигу. Конкретно три игры. Встречу он только одну проиграл. Могу ошибаться, но, по-моему, он проиграл Муслимуну. Строго такое за бункеровку. А сверху проедет, и все. Здесь тянурочка построится, так сверху на мотике, например, приедет или на техничке. А, во-во-во, заехал, заехал, заехал. Заехал Радикс. Так зачем барак бить? Ну ладно. Допустим, барак убил. Ладно. Вот куда надо приезжать, сюда по центру, минус два завод делать. Чё печку-то не убрал? Эй, так рано уехал. Еще бы повтулял, пока бы конкретно... Вражескую силу не увидел, то как-то заранее убежал. Вот что за прикол, а? Ты чё, пьян? И снова два баса здесь, карабаса, разгоняются. Ничего сделать не могут. Ой-ой-ой-ой, перехват! Перехват, перехват. Вовремя, вовремя, здесь есть рядом все, чтобы этого лотоса убить. 2000, 3900, один рынок только. Один рынок вижу, но зато три суплая. Также три суплая и у китайца, но у него тут денежки уже заканчиваются. В принципе, здесь тоже заканчивается. 3900 осталось. Так, минус норка, это явно. Здесь осталось 800. Так, раз, два, три, четыре. Четыре кучки здесь изначально. Раз, два, три, четыре. Здесь пять точно. Ну, наверное, еще одна кучка где-то была, да? Просто уже ее всю скромсал. А то как-то это нечестно, что ли. Ух ты, аж двумя пуляет. ДФС 3600. 4040. Второй рынок. Один военный завод. Ну, что делать, что делать? Ну, явно от Хеликса как-то надо вот
какую-то формулу выявить для победы. Ой, а что здесь случилось, ребятки? Пропустилы. А, баса, да, они же бас сверху заезжали. Отминусовали суплай, значит, тем временем. Не рискнул на эту лезть. О, по дракону. По дракону. И бочки взорвались. Надо было еще стрельнуть. Не, сразу отступает, сразу отступает. И здесь. Наступление идет. Ух ты, два командника отстроили. ДФ, зачем тебе два командника? Хотя это уже хорошо, что есть два командника. Прям таки знал, что потеряет командник в одном месте и начал строительство второго. Что ж, прорываются, смотрите, потихонечку так. Радикс. Вроде бы у него в минус немного было, но нет. Так, а что по вышкам? Они оба убиты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, минус бас. Куда вперед квадами? Опасно. Опасно вперед квадом. Вообще здесь вся толпа не жилец. Пушка стрельнет? Нет? Нет, не дострельнет. Почему остановился? Вперед, вперед, вперед. Хочешь на домик? Убивай, убивай квадами, дракон. Всем, чем есть, дракон убивай. Все, убивается дракон. И цемки нету. И цемки все сдохли. Отъезжает, отъезжает. Ну тут в плюсе ДФС сыграл. Два скада. Два скада приближаются тем временем. Раз, два, два рынка всего. Я буду работать. А, нет, три. Третий появился. Третий рынок есть. Так, кто кого перестреляет? Ну, две ракетки только не надо на... А-а-а. Одну-то надо было сюда. Ну, ладно, ладно, ладно. Видели, видели, видели повышение на куда? На их по экономике бьет. Ну, здесь... 2400. Ну, обидно, обидно, конечно, что ни один рабик не выжил. Должен был услышать. Мог бы рабиков отвести. Посчитал это ненужным. Ой-ой-ой. А если бы стрельнул бы, а, ДФС? По этим скадам. Огрызается, огрызается. И ДФС, и Радикс. Тоже показывают мастерство кунг-фу. Ах, ракетчик след за ним просто. Вот. А, и не добили. О, сколько там ХП. Там ХП-то нету. Скелет какой-то ходит. Как хорошенько. Только не этого убивай. Отлично. Одну лечилку подбил. Можно и занять было. Можно было и занять. Лотос выходит. Сейчас Джарман обнаружит. Это точно. О! Размен, да? Один потерян был? Вроде как один. Один скат. Вот второй скат. О, даже Лычков на сохранился. Ай-яй-яй-яй! Заезжай, заезжай! Нет. О, как пицемка здесь. О, во-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 во. Лотос здесь теряется на... Ох, выживает. Заминусовал баз зато этим ДФС. Таким действием. Вот тут баталии. Закончили здесь ресурсы. О, здесь поливает. Немножко ошибся, конечно. Но кто знал? Кто знал, как тут ДФС понастроит? Он как-то построил крив. Кто так суплай делает? Только ДФС, по-моему. Ну и Алексей еще какой-нибудь. Все, о, GG тем самым пишет ДФС. Ну не знаю, повышения-то есть нормальные у китайца. Этого можно задавить. Нет, смотрите, не сдается, да, пока? Нет, все-таки сдался. Все-таки сдался ДФС. Ой, хи. Нас разгромили. 1-0 это. 1-0 в пользу Радикса. 15 минут играли буквально. Ну, тяжело, тяжело было обоим игрокам. Упорная битва, хочу вам сказать.
Так, где же игра-то созданная? Чего никто не создает? Вот он за мэп выбирает карту ДФС. В общем, он захотел ее именно. И что? Супероружие? СВГ? Вау, ребят, СВГ выбирает. Радикс. Ядер ДФС. На сей раз красным цветом он и зеленым радикс. На карте он за мэп. Словакия против России. Два дозера и два бульдозера. Все так пока, как и нужно. Третьего не стал делать. Можно за китайца делать третьего вообще вполне. Ва-банк в экономику пойти. Юси может здесь какой-нибудь барак построить и дропами раскидать. Неоднократно это видел. Довольно срабатывает хорошо. На захват вышек. О, пушечку решил поставить. А почему не вот здесь? Вопрос сразу. Почему именно как-то здесь-то больше области? Еще и сюда он замахивается. Ну ладно. Только вот этот фланг загораждает. Снизу-то может какая-нибудь тварь проехать. И здесь барак, да? Ну, вот здесь еще пушечку. Здесь МД. Будет неплохо, конечно, смотреться. Так, второй суплай строит. Радикс. И, наверное, на третий суплай покушается ДФС. Гэтлинг пушку строит. Не может никак подобраться. Ну, что за дозер китайские. О, о, о. Труповозочка решил. Все домики, да, занять? И снизу, и сверху. Ну, тоже вариант, тоже вариант. Ой, здесь даже не поленился. Отдельно пушечку здесь засунуть. Радикс, что с тобой? Что это за тактика такая? Два труповоза и конец пушки, это точно. Возможно, даже и одного хватит. При хорошем контроле-то. Так, минусуется здесь. Но успел выйти, да? Успел выйти. Эх, убивается гатлинг. Захват не выучил, а вот ДФС захват как раз таки выучил. И уже здесь ресурсы копает. Слушай, ну не знаю, не знаю, но пока преимущество у ДФС, по-моему, да? В экономическом плане-то вообще заметно. Три суплая против двух, и еще две вышки буквально вот будут. Еще вот это здание отхватит. Затащил, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух, не потерял. Нет, не потерял, не потерял. Давай-давай-давай-давай. Затащил. Привет-привет, генерал. Russian user. Русский генерал. О, отминусовал, отлично. Да, уже тут выиграть можно. Дропхаммером, возможно, сделает вот сюда. И если сюда сделает дропхаммер, слушайте. Вот сюда, точнее, завод отминусовать, потом вот эту всю фабрику. Спокойно можно сделать. Посмотрим, сделает дроп. Будет? Нет. Дроп конвеев. Так, здесь ловится ДФС. Ну, ничего. Один раз не... Сами понимаете. Один раз пойматься можно на эту пушечку. И здесь ловится. Хотя, такой-то пехоты... Ух ты, уйдет сейчас на завод, и своя же пушечка свой завод может заморозить.
А, во как делает. Захват, захват делает. Выйдет, может быть, кто? Нет, 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 нет. Бежит, бежит, бежит. Хамвей, Хамвей же бежит. Что? Отминусуют завод. Отменит. Отменит, не отменит завод. Ну-ка, 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 ну-ка. Успел, успел Радикс. По-моему, даже бы и вышел бы успел. Статика, а чем отключена была? А, вон он где пушечку спрятал. Спрятал там пушечку. Ну, смотрите, такую карту очертил, такую линию прям. Да, тот самый ДФС земляк, вы что? В одном месте живете? В одной квартире, что ли? Третий завод пуляет. Ну, правильно, деньги есть. Вполне пора. Так, еще барак сует. Ну, это, скорее всего... Ну, не для Лотоса, а для... как она называется? Для Хеликса. Хотя... Черт его знает, зачем здесь? А, бункер построить, бункер. Забункериться хочет. ДФС. Раз, два, три, четыре. Четыре хамвея с дронами, с ракеты ТОУ, с медичкой еще. По пути они будут лечиться. Медленно, но все же будут. И довольно опасное здание строит. Радикс. Не построил он быстренько экономику, там буквально время-то занимает чуть-чуть. Решила все очень дестрой организовать. Потерял шанс ДФС, насколько я понимаю, да? Так думает экс-боши. Смотрите, пушечку сделал, хлопушечку. А, хрясь тебе. Вот, закуси. Еще таких два выстрела и конец пушечки. Пушка же далеко стреляет, это. Ёлки, что ты палки, зачем так бункер-то близко? Подальше. А, это не бункер был. Хотя они все равно одинаково стоят. Так, драконом взлетает. Этих-то убираю, чуваков-то. Все здесь от ядерных сил просто траванулись люди. О, раз, два. Два хамвея потерял. Вовремя, вовремя здесь. Спас, да, барак с бункером, это точно. И гатлинг. Не сконтролил. Радикс у нас что-то. Ой-ой-ой, а что-то у нас с счетом проблемы. У нас Радикс победил в первой игре. 1-0, а вы меня даже не поправите. Сейчас ДФС увидит Авроры. Где Авроры? Где Авроры? Вот они, Авроры. Сейчас она будет. Первая Аврора. Ну, все очень дестрой, да, уже есть. О, здесь собирают ресурсы. Что, уже закончились? А, боится, боится, да. Здесь продает сразу суплайку. Правильно делает. Все равно копать. Пока не получится. И пушечку строит максимально вот так, да? Быстро, но не, не получится. Лотос здесь забегает. Летит, 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 спаси... Что, 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 что? О-о-о. Замотал, замотал, замотался по цели. Куда? Баба. Теряет, теряется зато. ДФС, не печалься, не печалься, всего лишь одна Аврора, и то она минусанулась уже. Твой овер. И то дешевле стоит, чем эта Аврора. Хотя, если там гетинг был, пушка. Оверс гетинг пушка-то дороже стоит. Успел захватить военный завод. Посмотрите. Ядерная ракета готова. ДФС-то тащит. Тащит, тащит, тащит пока. Ну, как заезжает конвей. Раньше бы пушку. Всегда пушку надо, чтобы она развернута была, если она будет стоять. Ну кого делает? Против Авроры, да? Насколько я понимаю, ну. Ну даже не знаю, это как-то. Как-то это не мощно против Аврор делать. По раненому, да? Нет, по свеженькому. Эх, не убивается. Наполовину, наполовину. Было убито, и вся кучка убилась просто.
Ну тут дожимать-то чуть-чуть осталось. Можно даже сказать, продержаться-то ДФС 4 минуты надо. Ядерка запускается сюда, и все, GG. Сейчас еще повышения будут от Юса, это точно. Успел, главное, 1000 отнять. Все-таки лот свой отработал, захватило военник. Здесь какое-то здание тоже отхватывало. И продал Радикс. Здесь успел же все-таки завалить. Пушку разворачивай. Хотя даже не знаю, есть ли смысл. Ведь только на одном юните сейчас буквально держится Радикс. На этой Авроре. Кроме этой Авроры у Радикса ничего нету. Уже совсем ничего нету. Повышение. Здесь не долетело. Даже раненые с обломки стреляют. Вот в это, да? Сюда хотел. Побахнет, скорее всего, в это место. Отминусовать сразу два здания, но не получилось. Да, Ханвея вот здесь действительно даром отдал. И еще где-то они... Вот где-то, да? На дому все именно здесь решилось. И решилось то, что... ДФС мог все-таки две вышки спокойно захватить. Ему даже никто не толком не мешал. Сильно надеется ДФС сразу тут проработить. Все-таки вот эта пушка стреляет. Одними готлами это тяжело сделать. Нет, не получится. Так, а лазерлок на ИЦМ-ку лучше не наводить. Про это прекрасно знает. О, спокойно можно минусовать Аврору. А по Авроре бить? Нет, видимо, по Авроре бить не получится. И что сюда? Нет, вон куда стрел. О, все взлетело к чертям. Где эти парни? Вот они летают. Жидкий дождь, знаете, да, такой? О. Вот это, конечно, неудачно было для ДФС, но, в принципе. Тем лучше, чем дольше Радикс выживет, тем лучше для зрелищности. Ну, полетели все виды повышения. Это у нас что? Это у нас Эми-бомба, скорее всего, уже. Я так думаю. Или это минки? Или это даже высадка пехоты? Что это? Что это, черт возьми, такое? Это минки. Минус Канви. Эх, Аврора летала в это время. Повезло. Ядерные миги уже готовы у ДФС. У ДФС 8000 уже здесь строит. GG пишет. Радикс издается. Да, селектят. Все селектят. Что ж, это 1-1. Такой второй замечательный бой. ДФС победил во второй игре. В первой игре, естественно, победил Радикс. Что ж, 1-1. Третья игра впереди, последняя, финальная. Создают пока игру. Ну, где она? Где игра-то? Да, Мангус, я понял о чем-то. Ребят, что за прикол? Что это за прикол? Я выберу эту первую команду. Что это будет? Я что, за Радикса могу выбирать, какую ему команду? Что это за бред? Я ему могу... Там даже в чину, да, выбрать? Нет, я себе Китай выбрал. Ну это лол какой-то. Что за лол? Вот это что за лол? Себе не могу... Ладно, не будем что трогать. Еще накосячим, будет на нас жаловаться люди. Так, снова ядер, да, и супервиапон. Пока видим супервиапона.
Forgotten Forest зимняя версия выбирает Радикс и ядерное ядеро. Вау, должно быть очень зрелищно. ГЛХФ. Ядер против ядера. Мечта Мангуста. Мангуст всегда хотел это увидеть, да? Чем больше ядер, тем лучше. Сверху играет ДФС, снизу играет Радикс. Хотя недавно, посмотрите, был же этот... как его стелс? Почему стелс? СВГ. В первой игре Токс селектил. Токса. А ты же у нас сейчас хочешь на СВГ, да, перейти? Вот, учись, сейчас еще Радикс сделал. Просто все щели бункерил пушечкой. В то время через труповоз сыграл ДФС в прошлой игре и захватил все вышечки и еще здания. Да, тут главное юнит не терять, то точно. Если есть раненый, то сразу... Много ядер не бывает, да-да-да. То сразу чиниться надо. Что это, черт возьми, такое? А. Слушайте, ва-банк идет. Это же настоящий ва-банк. Захват. Здесь захват вот учится. Здесь ракетчики. Ракетчики для Хеликса. Так, хватает, да, денег? 600-ка же уже. Даже супланист... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ДФС что-то затрюкачит, хочет, но... Два суплая против одного. И сразу-сразу пошел. Посмотрите, во что. Здесь вот так делает. Блин, ну в развитии... Только если захватит вышки, только если именно это. Но тут АОшка, 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 елки-палки, АОшка. Вот он, Хеликс. Все, строй, строй, где? Далеко уехал. Надо было на эти деньги строить, я думаю. Что, был задавлен один. Второй зачем убегает? А зачем убегаешь? Чувак. Чувак, зачем ты убежал? Надо было сразу хватать. В самом-то деле, а что такое? Так, встречается. Первая сила. Хеликс есть. Сейчас у нас будет. Вот и ДФС, наоборот, наверху. Ёлки-палки, я их перепутал. Я думал, зеленый ДФС. Поэтому переверните все. О чем я говорил. Это ДФС не хочет, оказывается, захватить это. Вот оно что делает. Радикс. Радикс у нас трюкачит. ДФС у нас классику якобы пуляет. Увидел Хеликса. И вышки. Ой, ну вышки две захватит. Радикс, это, конечно, будет худо. Лотос выходит. Лотос, 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 лотос. Сейчас она все исправит. Но первая тысяча все-таки достанется. Достанется уже Радиксу. А что, мог бы залететь, минусануть до озера, попробовать минусануть пропаганду здесь по экономике побить. И там уже, да. Там уже бы точно слился Хеликс. О, не боится прям. Перед Редфардом захватывает лосиху. Какая смелая чиха-то, а? Какая смелая баба. Тоже пошел уже в развитие. В технологии. А-а-а, не хватает никого. Есть один. Но я думаю, этого мало. Этого мало. Так. Первый юнит завода. БМ. Да, это хорошо. Это хорошо, что БМ. Дозер один минусанулся, второй живет. Главное не терять дозеров теперь. ДФСу. Так, одна вышка захватила. Здесь еще вторая есть. Ракетчики есть, есть ракетчик, да. Стреляет, стреляет, стреляет. Так, можно было минку посадить, но решил просто под... Ох. Ох, ну просто теряет юнита. По Хеликсу стреляет под конец. Эх, не захотел. Дозер попробуй, да, минусануть? Овер. Овер еще заехал, посмотрите, а. Наглец какой, но...
Не успел, не успел и воздух поработил. Так, что-то попробовал захватить. Нет, 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 не получилось. И вот здесь будет бегать. С барака здесь может тоже лосиха выйти. А, во-во-во-во-во-во-во. Но она уже далеко. Она уже далеко. Не туда едет. Не туда поехал Радикс. Сколько у Радикса денег? 1500 у зеленого игрока Радикса. 750 уже и... Неплохой такой флуат у ДФС. Захватывает, захватывает завод и... Продает, продает, продает. Убегает, убегает, убегает. Убегает. В домик, наверное, сейчас забежит, да? Или что, в кошки-мышки будет играть здесь? По кругу кружится. Пока техника подоспеет. Как бы здесь... Тяжело. Ой, а почему не действует Хеликс? Тут уже давно действовать надо. Как ей повезло-то, а? Вы видели, да, это? Вот просто... Ну, сейчас даже может ракетчик один стрельнуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что, Радикс у нас зак... Нет, не заправил. Так, первый овер. Воздух, 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 по воздуху стреляй. Хеликс тут многое решает. Многое решил Хеликс. Так, вышку обратно, да, отхватил. Лосихой. Своей лосихой уже отхватывает. Надо новую лосиху делать с готовым. Ловить, ловить ее. О, возможно, аж в обход обойдет, да? Да, опасается, опасается, что здесь кто-то его сейчас запалит ее. Ну, много, много хочет уже делать ДФС. Гатлингов, чтобы явно поймать. Да, слил он сейчас свое преимущество, это точно. Еще вышку отдал. Хоть бы и вторую захватил был лосиху. Надо лосих туда-сюда, наверное, бегать, просто вышки отхватывать. Если они все твои, и ты вражеского лотоса убил, то можно и на врага покушаться. Так, я думаю, что это дроп дозера, что ли, будет. Нет, просто дозер. Проезжал мимо. Может, так получилось. Так, простите, а где? А, во-во, вот она, вот она, вот она. Почему... А почему деньги не воровал? Ну, продал, продал ДФС, да, и... Сейчас построит. Так, сразу надо дозером строить. Тёлки-палки, ДФС. Автоматом, бух, дозера сюда, чтоб ехал хотя бы. Этих-то останови, товарищи. Зачем там их так много? ДФС, ёлки-шты-палки. Ну, готов у него Хеликс, да, уже бункер есть, есть, вот торчат по бокам. Идет перехват. Мог бы минусануть лотоса. Не захотел этого делать. А, конец, приехал строить. Ну, время многое потерял. И машинку. Ну, верните машинку. Верните машинку, машинку, машинку. Нет, не хочет возвращать. Видимо, они там застряли надолго. Берешь двоих, выделяешь, без разницы каких и сюда. Хотя уже потерял время, уже потерял время ДФС. Уничтожается вышечка. Остается одна. Это одна вышечка как раз таки у Радикса. 40% ядерного оружия уже строится. А, не изучить что? Стабильность, что ли? А, чтобы танчики не взрывались, что ли? В принципе, это и хорошо, что танчик взрывается иногда, и нет, знаешь ли. Как-то так вот. Все-таки и плюс это, и минус заодно. Так, ну в домике сидит явно этот простенький юнит. И отхватывается сейчас вышечка. Вся армия пошла именно на эту гору. Ух ты, кого мы с вами видим. Ядерную пушечку. Ядерную пушечку, колотушечку с вами видим.
ДФС построил уже наконец командный центр. Просится уже командный центр. Мною просится. Да, да, вот он, вот, вот он. Даже не знаю, безопасно ли это место. То есть вон какая орава. И что, снова хочет уничтожить, да? Уничтожается вышечка. О, стреляет, 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 смотрите. Так, и битва, битва двух хеликсов сейчас может произойти. А, во как, во как, во как, высаживает. Все, отлетает, летает, летает своим хеликсом. Вражеского убил. Все, все, все. Хорошо, хорошо сыграл здесь ДФС. Пушечка, 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 пушечка отнесла. Все, 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 все. Все, можно отступать. Отступай, ДФС. Не лезь сюда. Еще двоих оверов сделай, чтобы точно победить эту кучку без потери. И будет здорово. Так, здесь кто у нас пробегает? Чья будешь? Ну, скорее всего, зеленого игрока. Радикса. Нет, терять дозеров не надо. Фух, 4 минуты осталось, 30 секунд. Я еще гатл пушку сделал, чтобы никакой, никакая корова не залетела от ДФСа. Вау, два эрфилда с мигами. Ууу, ну это, конечно, жестенько. Жестенько надо ДФС тоже такую тему сделать. Ну, куда забежала, а, вот эта тетка в лосинах, лотос. Молчит, молчит один. Вперед. Ну, тут лотос погибла. Слышали стоны. Это лотос так погибает. Вот она. Вот ее трупик. Ой, пушечка есть. Лучше не ввязываться. Так, постойте. Все, отминусовал, что ли? Эй, пропустил, как был потерян. Лотос у Радикса. Ну, скорее всего, этот Хеликс просто подлетел и прицанул ее. Конечно, тут вот эта пушечка есть. Я бы тоже боялся атаковать все-таки. Слышим, слышим, захват. Вот она где, эта поганая лосиха. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Воу! Как все слетело. Какие потери? Давайте смотреть на потери. Раз, два, три. Три юнита каких-то потерялись. Ой, ну... Это наглость, это наглость, это наглость. Наглость от Радикса. Ох, если бы сейчас не добил бы, да, вот эту... Летящую повышение, то хана было бы дозеру. Ведь коровка только отсюда начинала лететь, и... По-любому бы долетела до дозера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, наткнулся, наткнулся. Теряется Хеликс. Ядерные миги пошли. И теряются, да, GG. Большую кучку юнитов слил, и дядька ДФС сдается. Фух, затащил, затащил Радикс с трудом, но все же. Немного нестандартно начал играть сразу с авиацией и захватом вышек. Если бы не получилось бы захватить ни одну из вышек, то это бы явно бы лос был, а так одну все-таки смог захватить. Что ж, 1-2 или 2-1, кому как удобно. Радикс победил.